Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем проходить Sleeping Dogs. В прошлой серии мы познакомились с новым боссом. Ну как сказать, у нас могло быть, в принципе, на выбор несколько боссов, но... весельчак Ли забыковал что-то там, решил нас под себя силой поджать. А второй красный шест... Мадам какая-то вылетела из головы. Решила нас защитить. Ну, и в то же время объявить войну весельчаку Майли. Поэтому мы, в принципе, будем работать, скорее всего, на нее. Ну, и на каких-то промежуточных людей, наверняка. Сейчас мы едем на ее миссию. Надеюсь, она будет интересной. Вы разъездились-то так вообще, умалишенные. Ох, блин, я помню эту дорогу. Она ужасная. Ну вот, 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 встречка. Машину уже помял. Люблю эту дорогу просто. Всем сердцем и душой. По этой дороге мы гнались с сорвиголовой, довольно неприятным пацанчиком. Но мы его забороли. Не помню, правда, с какой попытки, но пришлось с ним чуть-чуть попариться, но мы его все-таки забороли. Блин, 700 метров еще. Сколько можно? Бля! Управление, вовремя, вовремя. Спасибо, спасибо, спасибо. Залипание кнопок, Sleeping Dogs, всем привет, да, еще раз. Эта игра так поздоровалась с вами, дорогие зрители, так что все нормально. Нет, это уже я. Просто не вписался. О, пожарники, подождите-ка. А я хотел бы на пожарной машине съездить. Почему бы и нет? Реально, смотрите, пожарная машина. Бля. А ты чё так открываешь? Так у тебя же там отмычка, по-моему, есть. Ну да ладно, так тоже сойдет. Ну вот эта машина как-то, знаете, поувереннее так чувствуется. О, а еще с сиреной, да вообще же. Воу! А вот и я. Бля, 5 мотоциклов. Calm down. Give me the bike, I'll get you your money. What are you gonna do? Same thing I always do, Jackie. Типа, ну ладно, чё. Блин, я не люблю байки. Не люблю байки конкретно в этой игре. Не, они, конечно, крутые. Вот. Вот и по виду, и, в принципе, по управлению, но все-таки. Они мне не нравятся. Потому что, тем более, играть, точнее, ездить на них с залипанием кнопок, так как это любит делать Sleeping Dogs. Нет, как-то это... Вот-вот-вот, что это было сейчас? Никто вообще не понимает и не знает. Плюс то, что они очень скоростные, и иногда еще не слушаются управления, то получается такая ерунда, что вообще. Ну, вроде далеко ехать не надо, поэтому... Все должно быть нормально. А, тут я уже был.
Надеюсь, на нем мне не придется за кем гнаться. Потому что, ну блин. Не люблю я байки в этой игре. Ну вот. Давай, давай. What do you want? My friend Jackie tells me you owe him some money. You're sitting on it. And where'd you get off strong-arming me, huh? I know you're a cop. And I know you're a snitch. You want to see who your boys kill first? Fuck you. Kill him! Kill him! Окей. Так он забрался в этот грузовик, типа? Бля, я так не хотел за кем-то гнаться. Стреляй! Сука. Я не успею! А во, я нашел способ. Чё там? That's it, asshole. Вот говно жопа, а? Come on, fuckers! Ты смотри, они не стесняются. Говно, блядь. Ну чё, я знаю, поедем на этой, пожалуй. Залазь, блядь! То есть ты в этом уверен, да? Мне кажется, я уже ушел отсюда. И вполне себе жив. Бля, мне бы на ровную дорогу выбраться, конечно. Ну да ладно. А. Дорога слишком просто. Извилистая, не получается целиться. Ребята, реально, я могу притормозить, если вы там не поспеваете за мной. Ну попади ты уже хоть одним, блядь. Господяу. Ладно. Чё эти туристы, мать их. Вроде попал. По обоим. Твою мать! Не. Невезуха так невезуха.
Не мешайся. Видишь, я еду. Блин, мне бы тачку поменять, конечно. One of your informants in the trunk of my car. What? Yeah, he needs to disappear right now. So either you make him disappear or I will. Bring him over. Так я привез уже чё. Простите, тут машина мешает. Что, я виноват, что он так запарковался, конченый? That. Hey, I can hear you. What the fuck are you doing out there? Open the fucking truck, will you? Hey, show the lady some respect. На, блин. Прояви немножко уважения к даме. Что за говно? Да, блин. Много крови на этом китайце. Ну, наконец-то, последнее улучшение выбил. Не, ну я типа, оно мне вообще, в принципе, нахер не нужно, но... Окей. Да, пускай будет. А, последняя жертва, последняя жертва. Не помню такого задания, поэтому... Блин, можно было и на парковке, в принципе, тачку взять, ну да ладно. Поедем все-таки на этой. 400 метров, это не так много. Можно еще сюда, конечно, заглянуть. У меня там 700 штук. Посмотреть, что тут за машины продаются. А то все-таки куда-то эти денежки надо тратить, а пока типа некуда. Такие дела. Вообще запарковался как бог. Чем торгуешь тут, товарищ? Что такое? Ты чё, типа, блядь, расстроился, что ли, что я тебя толкнул? А, не, вот все, вроде. Пришел в себя. Ааа, я понял. Ну это типа такие очень дешевые варианты. Не, не интересно. Я поеду на вот этой. Покупать я себе такую не буду. Это какой-то типа Лансер, что ли. Ну, очень типа похоже и по звуку, и по. И по виду внешнему. Эту тачку любят использовать для гонок, хотя, типа, ничего особого я в ней не чувствую. То есть управляется, в принципе, довольно-таки сложно. Да и по виду она не очень спортивная. Вот такое, типа. Ну, последняя жертва, чё там? Миссис Чу? Лейтимо. Sammy 佢细个嗰阵，佢每日都喺呢个厨房度食嘢，坐喺嗰度静静地食饭。而家佢会做出咁样嘅嘢。Sammy? Dog eyes. Псиный глаз. Dog eyes did it. Is that what Johnny told you?
Ну ему пизда. Псиного глаза? Ну это будет непросто. Ну хорошо. Вообще, в принципе, не вопрос. У меня тут есть и личный мотив. Он тот еще ублюдок, поэтому я им займусь. Притон. У него там даже свой притон есть. Круто. Надо будет заглянуть. И эта машинка очень долго разгоняется. Ну и херово управляется, я уже об этом говорил. Прекратите немедленно. Так, блин, 400 метров до псиного глаза. Я думаю, мы все-таки снимем с него эту дебильную шляпу. Сначала его изнасилуем каким-то металлическим прутом, а потом все-таки привезем... А, блядь, ну сука, ну не залипайте кнопки, ну ебать, о мать. Че, выходи, блин. Говно машина. Че, полное днище. Поеду он на семейный. На машине семейного образца. А че, я типа тутой до него не доеду, что ли? Что за бред? GPS водит меня какими-то странными дорогами. Дорогу, блядь, я ж сигналил. Это что, притон? Это не похоже на притон. Ух ты, какая у него машинка тут стоит. Просто ля-ля. Класс, блин. Ну вот чего вы не сделали тюнинг в этой замечательной игре? Ну, воу, вей, попроще, попроще. Ладно, пошли. У меня вроде ствола нету, поэтому придется ручками. А думаю, ручками, в принципе, будет тоже несложно. Вот это его притон? Окей. Пацаны. Ребят, здорово! Чё, давно не виделись. О, сразу на въёбы дал. То есть вообще... А у меня типа нету вообще никакого ствола. Окей. Ты думаешь, это типа сложно, что ли? Шутник, блядь. Знаешь, шутники долго не живут. Такие дела. Я за ним тоже приду, не парься. Весельчак Мэйли тоже сдохнет. Но это будет заказ моего нового босса. Но твою мать, ну что за говно? Что, блядь, происходит с этой лодкой? Господи Иисусе. Ладно, погнали. Попробуем его догнать. Объект от вас уходит. Ну и что я сделаю? Если он от меня уходит. Ну, вроде догнал. Хуя! Вей, да ты, блядь, Супермен. Ну или Джеймс Бонд, одно из двух. Угу.
Сюда подошел, блядь. Иди сюда, блядь. Псиный глаз, ну ё-моё. Господи Иисусе, ну. Что ж вы, блядь, такие дебильные, а? Господи Иисусе, а? Прекрати немедленно. Вот ты, конченый. Ну ладно, давайте с вами тогда. Ну давай же, ну. На, тут еще? Ну это какие-то такие, типа, ну, не то чтобы очень простые, но, видите, они мне, типа, дэмэдж наносят. Может, типа, больше в контратаку уходить, конечно. Но, видите, не всегда получается. Я вроде нажимаю, а вроде, типа, проходит одна и проходит две. Такая херня, типа. Ну и чё ты, блядь, сопротивляешься-то? Сдохни ты уже, ну. Ого. Давай покупаемся, слышь? А там шо, угри, да? Хм. Классно. Надо было одного, короче, на крюк насадить. Ну чё, открывай. О, смотри, могилка твоя. What the fuck you want, man? You've done some bad things, Sammy. What did you call me? Huh? Nobody called me that anymore. This is about me balling your fucking sister, isn't it? Huh? You gotta be fucking kidding me, man. Wake up, little brother. It's not like I put that needle in her arm. You can't take this stuff personally, Way. Слышь, может тебя сначала пенис обрезать, а? Ну так, типа для трофея. Not to me, it wasn't. Look, if you don't like it, you take it up with Big Smiley. He's the one who needs the pussy. I was doing my job. Oh, fuck, man. Is this what this is all about? Yeah. And Winston and Peggy. Oh, fuck! You're coming with me. Look, maybe we can cut a deal. All right, stop all this shit, man. And I'll make sure that Big Smiley cuts you in on one of the side business. Maybe the fucking whole damn thing. Нет. Hey, we can be generous, okay? Yeah, he's gonna be the future chairman of the fucking Solomon Union. Бля, еще кто-то сзади идет, ну. You and Big Smiley are pretty close, huh? Что за говно? We're tight, like motherfucking brothers. Me and Winston, we were tight too. А это еще что за хрень толстая? Ох, вас тут понабежало-то! Да блин, не туда. Ох, как полетел хорошо. Прям летяга.
Бля, что сломали? Вот суки! Ну это просто не из-за того, что у меня было мало здоровья. Сейчас все будет. Ах ты сука! Бля, у меня вообще не было никакого кутая, типа. Надо жирных убирать. И у меня уже, типа, мало хп становится. Но у меня нету кутые, ну сука, ну как с вами, блядь, драться? Ну с... А-а-а! Ладно, спокойно. Сейчас будем все делать. Пидорас! Ну бей! Сука, ну ты будешь бить или как? Ломай его, ломай! Отвали! Кусок! А! Пидорас! Шляпу сбили? Но? Давай! Кусок жёлтого говна! Давай! Сука! Не хочу я тебя слушать, ты конченый. Пошли, блядь. У нас с тобой есть одно незаконченное дело. Так, чё? Давай, ещё раз, блядь. Я шляпу твою забыл, ну ничего. Ща, подожди. Всё, погнали. Where are we going? To the restaurant. Фью! Но это было неплохо. Это было очень даже неплохо. What's going on? We're bringing him to Mrs. Chu. She has something she wants to tell him. Mrs. Chu, all right. Не пизди там! Вы немножко забрызгали. Believe me, I'm tempted. But you and me handle this, and it'll happen fast. This son of a bitch deserves the worst we can give him. You're the boss, Way. Ну, типа, перевод не совсем корректен. Их дохера. No.
Бля, еще эти байкеры ебаные. Вау! Куда это мы полетели? Аккуратней води машину. Хорошо. Вроде как избавились от погони. Нет. Теперь избавились. You think we're weird of them? Ну, we'll думаю, see. Да. Я ж перебил херову тучу этих придурков. И херову тучу еще перестрелял. Some good driving there. Thanks, man. Не парься, все хорошо. Ты вообще лучший водитель. Молодец. Пошли, блядь, со мной, ты петушара ебан. Смотри, куда мы пришли. Jesus, I haven't been here in fucking years. Sammy, 为咗你一路开住个厨房，你睇我留埋啲骨喺里面，你中意噶嘛？系咪啊？ It's cool, Mrs. Chu. I already ate. 你同我食晒佢，食咗佢。 Hey, what the fuck are you doing? I'm not fucking hungry. Sammy, 你避下我面，我特登为你做噶。 唔使惊，唔系净系你一个人。 那 чё, приступай, бабуль. 老鼠仔佢都喺度啊。 What the fuck? He's crazy. 佢而家喺汤水里。Да всё нормально. 将你放喺煲汤里面。 Wait, if you have a problem with me, then let's sort it out ourselves, okay? We don't need to bring her into this. Sorry. It's nothing personal, just business. Oh, God. Oh, давай, God, поехали. Подумаешь, пустят тебя на закуски. Будешь ты кусочками вяленого мяса, например. Почему бы и нет, да? Неплохая закуска в суши-баре. К пиву пойдет. Ну чё, доброе утро. А какого хера ты опять в этой халупе? Ну типа ближний дом, в принципе, да? Наверное, поэтому. What the fuck? Ну чё, пошли умоемся. Easy now. Приходи в больницу, весельчак Ли и тётушка Цзинь ждут. Цань. Окей, умыться. То есть все боссы собрались, по идее, чтобы встретиться с дядюшкой По в больнице. То есть его проведать. Ладно, дорогие друзья, этим мы уже займемся в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. С вами был Марс. До новых видео и всем пока.